что у нас есть 5 дизайн-проектов, на которые выделены средства, что вы можете проголосовать. Конечно же, так как мы находимся в школе 94, это Тихий проезд 1, люди голосуют в основном за солнечные проезды, за солнечные и РВЕ, но мы также акцентируем свое внимание, что деньги выделены на все средства, и они могут за все проголосовать. Тут нет разницы, то есть где вы живете, мы начинаем спрашивать, что у вас в приоритете. Кто-то говорит, что мы хотим, чтобы было озеленение, мы говорим, тогда это Карл Маркс, на улице Карла Маркса. Кто-то говорит, допустим, что у нас маленькие дети. Мы показываем проекты, где есть непосредственно детские площадки.